Так, если картиночка видна, вот, если не будет видна картиночка или звук будет отставать, тогда звоните в Skype. Вот, значит, что я использую? Вот здесь в моем мире есть статус, да, то есть можно ставить любой статус. То есть, к примеру, у меня стоит, ну, просто, да, такая заманушка, $100 в день интересует, и ссылочка на сайт. Вот, каким образом сюда попадают люди? То есть у меня много друзей в моем мире. Вот, я их продолжаю, кстати, постоянно добавлять. Вот здесь вот справа они появляются. Вот, то есть, вот, допустим, Александр Таликов, да, то есть его можно добавить в друзья. Вот, и, соответственно, тех людей, которых я добавляю в друзья, или которые просто, ну, каким-то образом меня находят в интернете и в моем мире, они могут увидеть этот статус. Вот, соответственно, нажать на ссылочку и попасть на сайт Воронку. Вот. Ну, а дальше вы знаете, да, процесс. То есть, после того, как человек попадает на сайт Воронку, он, соответственно, смотрит видео, оставляет свои контактные данные и подписывается на рассылку. Ну, а дальше уже рассылка выполняет всю рутинную работу. Вот. Так что рекомендую сделать вам либо сайт Воронку, либо блог. Блог можно сделать на блогере. Абсолютно бесплатно, то есть это сервис Гугла. Вот, кто не знает, как делать бесплатный блог, вот, я запишу видео и потом уже вышлю. Вот, соответственно, что здесь еще можно делать? Слышно меня нормально, да? Мира не видно, не видно. Так, это плохо. Но я сейчас сделаю запись, потом мы это выложим, все это дело. Вот, так что будет, уже потом посмотрите. Вот. Можно оценивать фотографии, да? То есть здесь нажимаем, вот есть такая кнопочка «Еще». Сейчас это я не туда нажал. Так. Оценить фото. Выбираем, допустим, возраст. Ну, лучше там молодежь, как бы 24-29, либо 30-39. Вот. Пол, соответственно, тоже можно любой выбрать. Вот. Ну, мужикам лучше, конечно, женщин оценивать и женщинам мужиков. Вот. Ставим пятерочки, то есть, ну, где-то в течение там получаса, да, можно на это время как бы затратить. Вот, то есть таким образом вы, ну, как бы не спамите, не привлекаете никого как бы вот так вот активно. Вот, просто ставите пятерочку. Вот, человек заходит в свой аккаунт, видит, что вы ему поставили пятерочку, и, соответственно, он видит, кто ему поставил эту пятерочку. Вот, после чего, естественно, он видит ваш, опять же, статус, любой, да, который вы здесь поставите, с ссылкой на сайт, и, опять же, заходит на ваш сайт. Вот это что касается моего мира, то, что я использую, то есть, по максимуму старайтесь добавлять людей в друзья, оценивать фотографии, вот, ну и, естественно, сам ваш аккаунт в моем мире, он должен быть оформлен очень грамотно, да, то есть это должны быть хорошие фотографии. Вот, ну, зайдете ко мне в мой мир, посмотрите, как это у меня, в принципе, можете что-то похожее сделать. Вот, то есть чем больше вас будет в интернете, опять же, фоток, видео, вот, не обязательно вы на этом видео, просто, может быть, там у вас какие-то ролики, к примеру, о нашей бизнес-возможности. Вот, все это должно быть в вашей социальной сети, на вашей страничке. Так, Мира, не видно. Не видно тебя. Ну, меня-то не надо смотреть, надо, чтобы мой дисплей, экран было видно. То есть мой рабочий стол. Главное, чтобы его было видно. Вот, ну, будем надеяться, что видно. Вот, дальше, что я еще использую? ВКонтакт, социальная сеть ВКонтакт. Что здесь можно использовать? Видно, да, сейчас ВКонтакте? Социальную сеть.